Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем делать макияж при помощи новинок в декоративной косметике Faberlic. Итак, поехали. Я уже попробовала. Один раз у меня сложилось определенное впечатление. Давайте будем делать это вместе. Здесь у меня две губнушки. Один продукт для контуринга, один для глаз. С чего мы начинаем с вами макияж? Конечно же, с ухода. Уход у меня давно уже с лицом осуществлен. Я беру любимый кушон. Да? Сделаем сегодня с вами с основой, с тональной основой, чтобы как следует вы смогли разглядеть контуринг. Потому что я знаю, многие из вас пользуются тональной основой. Да? Я пользуюсь ей крайне редко, летом не пользовалась вообще. И мне, кстати, нравится способ нанесения ее кисточкой. Я вот так ее промакиваю, его кушон, слегка-слегка. Да? Недавно распробовала этот способ, и он неплох. Для совсем тонкого, невесомого покрытия и прям вот слегка матирования. Прям вот очень понравился. У нас сейчас уже похолодало, и иногда я могу воспользоваться кушоном, чтобы немножко где-то скрыть красноту и так далее. И слегка заматироваться. Легкое получается невесомое покрытие, кистью он классно вообще распределяется. К такому способу я пришла еще до заказа нового кушона, потому что мою пуховку потеряли дети. Пришлось экспериментировать. Вы знаете, очень понравилось. Попробовала сегодня еще терку, мини-терку красную, вот эту, да, для чеснока Faberlic, и тоже понравилось. Девчонки многие писали плохой отзыв, а мне прям понравилось, удобненько. Я буду дальше пробовать, пока вот один раз пробовала, и здорово. И заодно это у нас с вами будет кушон как база под тени, да? Так, что мы делаем с вами дальше? Тени, кстати, я не взяла, поэтому будем с карандашами экспериментировать. Дальше давайте контурировать с вами лицо. Где у нас карандаш? Специально пока упаковку не выкидываю, потому что на карандашах артикула нет. Это у нас эко-продукты с вами, которые, это для глаз, которые на 75% состоят из натуральных компонентов. Опять губы. Коробочки все одинаковые, а некоторые карандаши толстенькие, такие джамбо, да, как для губ и для контуринга, а для глаз обычные тоненькие. У меня в артикуле 65-58, я считаю, это наиболее удачный оттенок. Я вам просвочу еще раз все эти карандаши при естественном освещении. В прошлом ролике показывала при искусственном. Нравится очень такой формат. Почему? Линию нарисовал, растушевал кистью или спонжем. В следующий раз обязательно закажу спонж Faberlic, заодно с вами попробуем. И в путь. То есть это быстро. Мне нравится. Можно воспользоваться подсказками на сайте, в каталоге, где написано и нарисовано, как именно и куда наносить, если вы не умеете. Да, я знаю уже, куда мне идет, поэтому смотри, прям хлобысь. Можно вот так сделать, если вы не знаете, куда нужно наносить. Прям хлобысь. Вот сюда. Вот сюда. На нос я уже аккуратненько, девчонки. Вообще без зеркала сижу, творю. Отчаянная. Тихонечко. Так, и немножечко вот сюда. Немножечко нарисовал, так нарисовал. Мне нравится именно вот здесь затемнять. Лифтинг, такой эффект. Так, дальше. Очень мягкие карандаши, даже вот этот вот он ломается прям. Капер, кстати, вам сейчас практически точно передают. Это очень благородный оттенок. Так, и вот этот вот самый светлый. У меня сильной необходимости нет какие-то зоны высветлять, но давайте все равно с вами попробуем. И он такой, вот видите, в принципе, вот, как описать вам его оттенок? Светло-бежевый, без розовый, без желтый, без коричневый, какой-то вот без коричневого подтона. Знаете, как здорово сейчас вот много таких роликов обучающих, когда линии все нарисовал, одним спонжем все растушевал, и классный контуринг получился. Да, вот крылья носа можно немножко высветлить. Вот тут полосочку прям проведу, у меня тут пигментация над губкой высветлим. И вот тут вот посерединке носа. Ну, мне, в принципе, вот этого достаточно. А так хорошая очень подсказка в каталоге. Так, берем с вами кисть. Ну, давайте эту же возьмем. Я взяла другую. Давайте эту же возьмем. И смотрите, как это все дело тушуется кистью. А мне понравилось. Кистью даже. Спонжем будет еще лучше. Тушуется очень хорошо. Прям вот хорошо. Никаких следов на лице какого-то продукта я не вижу. Очень хорошо тушуется. Мне прям понравилось. Поэтому формат, да. Это будет очень деликатный контуринг, потому что он тушуется хорошо. Практически смешивается с вашей кожей. Можно, конечно, по желанию добавлять. Естественно, сначала, да, мы с вами светлые оттеночки. Вот так, чпок. А теперь приступаем к темным. Вот с носом аккуратнее, я его всегда пальчиком.
потому что здесь можно увести темный цвет не туда, куда нужно. Ничего не видно практически, да? Так, а здесь давайте кисточкой. Очень кремовый продукт, но и хочу сказать, когда я смывала свотчи после прошлого видео с руки, у меня ни пенка ни одна, ни гель для умывания не взял. Они так и остались. Мне пришлось стереть и использовать мицеллярную воду. То есть по прошествии времени, в принципе, продукт хорошо впитывается, да, поэтому можно ему давать время полежать на коже. Вот видите, уже хорошо впитался так. И тушуем с вами. Румяшек нам еще не хватает, да, вот в таком карандашике. Кое-где, прям видите, приходится применить пальчик, потому что уже въедается пигмент. А так, в принципе, нормально. Спонжем будет, мне кажется, еще лучше. Спонжик закажу, тоже с вами попробуем. Вот. Да, уже есть какой-то лифтинг-эффект. И очень-очень-очень деликатный. Видите, деликатный контуринг, то есть вообще вот прям деликатнейший. Ничего практически не видно. Легкая-легкая тень. Можно, конечно, и побольше попробовать, но я думаю, в этом нет вообще смысла. Этого вполне достаточно. Вот уже прям въедается в кожу, хотя нет, еще тушуется нормально. Вот тут. Вот так подчеркнули скулу, прям легенький, за это ценю. Носила этот контуринг до глубокого вечера. И что хочу сказать, все отлично. Ничего такого плохого сказать не могу. Стойкость обычная. Его как незаметно практически сейчас на лице, так и потом незаметно. То есть в этом плане устраивает. Так, теперь у нас с вами остался лоб, который мне не очень удобно тушевать в зеркало, потому что нужно две руки. Так, ага, затемнили. Сейчас подрастушуем еще. Ага, есть, видно даже, да, на камеру даже видно немножечко, поэтому смиксуем со светлым. Вот, здорово, все, видите, лифтинг-эффект. Это самый такой простой способ сделать ваше личико поуже и повыше, попотянуть, да? Так, продолжаем дальше. Дальше у нас с вами карандаш для глаз. Здесь достаточно темный коричневый оттенок, очень темный, прям почти черный. И вот такой светлый. Я уже этим светлым пробовала высветлять слизистую. Очень хорошо передается пигмент. Вот прям очень. Просто нужно прикоснуться, и все, видите? И пигмент передался. Для чего как бы этот прием, видите, для более свежего, для более молодого взгляда, для чего используют его в макияже, да, очень хорошо передает пигмент. Я не скажу, что на слизистой остался этот карандаш до глубокого вечера, но тем не менее он был на ней несколько часов точно. А еще такие приемы можно увеличить глаза, как ни странно. Что мы будем с вами делать дальше, так как я тени не взяла, мы будем сейчас с вами карандашом для контуринга, да, тенюшки делать. Потому что цвет здесь классный. Так. И растушуем сейчас. Смотрите, какой красивый цвет. Он безумно круто подойдет к синим голубым глазам. Я уже знаю, он ко всем глазам подойдет, но синий он сделает глубокими. Вот этот благородный коричневый. Ой, какой он классный. Он всем подойдет. Смотрите, как здорово. И нижнее веко будем им подводить. Не взяла тени, не взяла, и не пойду даже. Сильно. Сейчас растушую. Я вот прям представляю, потому что у меня у Ксюхи синие глаза, и я четко знаю, что идет этому цвету глаз, потому что часто, ну не часто, а мы делаем макияж ей на выступление по хореографии, и я знаю, какой цвет ей подходит уже и делает взгляд глубоким. Смотрите, классно. Даже чуть ярковато нижнее. Сейчас сделаем его немножко побледнее. Хочется немножко добавить на верхнее веко. Вот сюда, к внешнему уголку. Очень круто. Слушайте, посмотрим, сколько будет держаться. Я в этом же видео вам в конце обязательно расскажу. В конце дня и покажу, как выглядит макияж. Вообще классный цвет. Я в восторге, девочки. Если он еще будет держаться, то будет вообще супер. А если он не будет держаться и будет скатываться, то будем пробовать на базу, потому что я такого цвета в восторге. Он любые глаза делает глубже, выразительнее, а белок делает белее. Вы заметили? Вот я такие оттенки обожаю. Не всегда такой найдешь. Не в каждой палетке, не у каждого производителя можно найти вот именно такой грамотный оттенок. Супер вообще. Я тащусь. Заметили, каким свежим стал взгляд? Но если вы, мои дорогие, будете держаться, вообще респект. Будет
этому карандашику. Я в следующем заказе прям возьму еще три. Так, теперь мы с вами будем рисовать межресничку карандашом для глаз. Я вам артикул сказала или нет, девчонки? Двойной карандаш для глаз, артикул 5860. Я прям межресничку, без стрелочки. Хорошо отдает пигменты. Вот на сводчи он смотрелся прям таким угольным, практически черным. На глазках можно сделать и побледнее. Можно и тушевать его тоже, как душе угодно вообще. Все, что вашей душе угодно. Красота. Так, теперь тушь. Тушь у нас неизменно First Class коричневая в артикуле 5372. В пару слоев. И будем оформлять губки. И хочу еще посмотреть, может быть, какой-то из этих карандашков подойдет как румяшки. Ну а штука, хорошо же, когда универсальный продукт, правда? Я люблю так. Уже смотрите, как классно с первого раза. Еще сегодня с вами попробуем, не попробуем, точнее, я уже попробовала, а вам расскажу. Гиалуронка, гель для умывания. Посмотрите, как макияж снимает и так далее. Я все-таки, наверное, девочки, решилась. Я хочу расческу-выпрямитель. Я посмотрела обзор вчера в группе Фаберлик Центрального региона. Девочка расческу получила и сняла, но она совсем, конечно, ее неправильно в корне использовала. Она ей сушила волосы, ей нельзя сушить волосы. Она используется только на сухих волосах по инструкции. Она сушила, обзор сняла неправильно, но это ладно. А суть не в этом. Я уловила один момент, который мне очень понравился. То, что она не шумит. Она не шумит, как фен. И можно вечером помыть голову. Я преимущественно ее сейчас мою с утра. И сушу феном, укладываю, да? А можно вечером, когда там, допустим, Крестюшка спит, ну, в принципе, я и вечером могу феном воспользоваться. Она спит в комнате, где его не слышно. Но все равно. Или с утра встал, укладка помялась. Вот у меня концы любят выворачиваться в другую сторону. Поправил ее, включил расчесочку, поправил немножечко укладку, да? Мне понравилась идея, поэтому я, скорее всего, буду брать ее очень скоро. Так, дальше что мы с вами делаем? Мне я решила и одного слоя хватит. У нас с вами два карандаша. Я вам сейчас для примера на верхнюю и на нижнюю губу нанесу один, на нижнюю другой. Один 410-68, это который светленький. 410-68, он как пыльная роза, такой светленький-светленький. Так. Ну, он розовый, он прям розовый. На сочках это было видно. Опять я без зеркала. Он такой, да, пыльная роза. Ну, вот видите, он практически сейчас слился с моей нижней губой. Но мне татуаж, я опять же говорю, вы не ориентируйтесь. Вот пыльную розу можно, кстати, попробовать как румяшки. Давайте попробуем. Вот так. Прям вот так. А почему бы нет? Другую кисточку уже для румяшек возьму. О да. О да. Слушайте. Вот прям к этому макияжу это очень гармоничные румяшки. Прекрасно тушуются. Вот тут полоска тушуется. Прям вот сюда. Вот прямо, как доктор говорится, прописал. Как здорово. Супер, так что имейте в виду, карандаш в этом оттенке подходит для румяшек. И следующий оттенок у меня 410-70. Он достаточно яркий, мы уже в прошлом видео с вами, правда, на другую помаду наносили. Прорисовываем контур и заполняем. Знаете, такая винный, что ли, оттенок. Но он не рыжий, он не сиреневый, он не красный. Он пышит благородством, прям мне очень нравится. На верхний светленький, на нижний темненький. Мы сейчас, конечно, закрасим с вами темненьким. Кстати, этим карандашком можно себе сантиметр подарить к размеру губок. Он позволяет это сделать. Что я, собственно говоря, сейчас и делаю. 1 миллиметр. Классно.
Красивый цвет, он такой насыщенный, и тоже много кому идет. Вот этот цвет тоже. Ксюшки на 1 сентября слегка коснулась губы этим карандашом, растушевала пальцем. Он ее глаза еще глубже сделал. Вот этот вот цвет, он шикарный. На самом деле он мне напоминает какую-то помаду из молодости. Она, правда, была еще с шиммером. Но основа была такого цвета, который я носила годами просто. Так, что, мы с вами все попробовали, да? Вот так выглядит макияж на данный момент. Я вам сейчас еще при естественном освещении покажу. И покажу в конце дня, что с ним стало. Продержатся ли тенюшки? Продержится ли у нас... Ну, контуринг у нас вообще деликатный. Вы его, мне кажется, и не видите даже. Я вижу легкий оттенок румянца. Я вижу вот тут небольшое затемнение и не более. Как бы никакого перебора нет. И пойму ли я к концу вечера, стерся или нет, я не знаю. Слушайте, помадка, вот этот оттенок прям советую. Классный, глубокий, красивый оттенок. Вот макияж при естественном освещении. Пустые баночки выбрали. Вот так все выглядит. И сводчи. Вот сводчи. Смотрите, первая помада, та, которая у меня сейчас на губах. Вторая розовая. Дальше карандаш для глаз. Это вот темно-коричневый и светлый, который на нижнюю слизистую. И вот контуринг. Так, девчонки, ну что, смотрите, что по макияжу. Скатался карандаш. Немножко на нижнем веке, видите, полосочку, вот ее видно, да? И забился в складку, да, вверху. Скатался. Я попробую его с базой, с какой-нибудь, или припудрить, потому что, ну, мне очень понравился, как он работает, как он смотрится в роли теней. Да, это все как бы можно поправить, это все понятно. Вот так прям тихонечко. И опять все здорово и достойно, но тем не менее. По контурингу, вот я его вообще не вижу, так же, как и румян. Но, нет, вижу, все-таки есть вот какая-то темная небольшая такая граница, да. И румяшки прям чуть-чуть совсем. То есть, а вот на лбу видно получше, да, все-таки щеки. Я много чего касалась, и крестюшку обнимаю, и спать ее сейчас укладывала, как бы на подушке лежала, да. А вот на лбу видно лучше, да, видно, что здесь высветлено, здесь темнее, это прям видно. Так что более-менее, слушайте, практически весь день немножко скаталась. На веках можно поправить, как бы все отлично. Буду пробовать либо припудривать, либо как базу какую-нибудь. Хочется мне такой оттенок носить именно на веках. В общем, продукт универсальный, мне все равно нравится. Даже несмотря на эти недостатки, мне реально понравилось. За удобство бросить с собой сумку, поправлять в течение дня можно. За удобство использования везде, где угодно, маленький карандашик, куда хочешь, в карман хоть положил, бросил, все как бы удобно, все замечательно. Поэтому нравится. Ну и помада, естественно, сошла, был уже обед, был уже ужин, следа от нее не осталось. Могли бы проверить мицелляркой и проверим сейчас. Но у нас с вами гель-гиалуронка, да? Гель-гиалуроночка. Сейчас я покажу, как он снимает макияж, и расскажу, как он снимал у меня макияж в предыдущий раз. Взяла мицеллярку экспертовскую, давайте посмотрим. Но ради интереса уж, хотя весь день прошел. Слушайте, есть, представляете, есть пигмент еще чуть-чуть совсем. Да, немного пигментированно. Прикольно. Очень прикольно. Прям есть еще, видите, вот. Классно. Так, все, дальше ничего мицелляркой не трогаю. У нас с вами гель для умывания гиалуронка. Артикул 2820, серия нравится, серию люблю, но может вызывать у некоторых подтеки. У меня так было только от тоника, от кремов, ни от дневного, ни от ночного, ни от мицеллярки не было. Он прозрачный, имеет такой же аромат, как и вся серия, он мне очень нравится. Так, что мы с вами делаем? На пальчиках вот так распределяем и по коже. Пока он работает на коже, можно глазки наши с вами потереть. Так, ой. Смотрите, опять я ничего видеть не буду, зато будете видеть вы. Макияж у нас не стойкий сегодня с вами. До этого у меня был более стойкий. И туши всего один слой. Сейчас посмотрим, как он снимет его. Так, я умываться. Слушайте, ну в этот раз более достойно. Вот на самом деле более достойно, но я все равно хочу еще мицелляркой пройтись. А такой легкий макияж, он на ура. Хотя ваточка немножко такая бежевая. Плохо. Ну, неплохо, выше среднего, но не досмывает макияж. До этого, я говорю, у меня был более стойкий. И тушь другая, тени были, карандаш другой, Faberlic, правда. Вот, и... Нет, ватка такая вот бежевая, контуринг еще вот он... Не совсем смыл. И я была прям пандой. Я была прям пандой, и мне приходилось несколько раз умываться, чтобы
до конца удалить макияж. Ага, и вот тут тушь, карандаш, как бы все равно остался на веках. Поэтому, ну мы и в любом случае его должны с вами использовать как второй шаг очищения, да? У нас в любом случае должна быть мицеллярка, даже если мы не пользуемся косметикой. У меня сегодня такой вопрос был, он меня убил. Девочка просто убил на ютубе. Я не пользуюсь декоративной косметикой, только тушь, нужна ли мне мицеллярка? А тушь это не декоративная косметика, да? Это что у нас с вами? Интересный вопрос такой. В шок иногда прям комментарии повергают вообще. Так, ну и все. Я сейчас буду продолжать свой дальнейший уход. Показывать вам уже не буду его. Видео про уход в последнее время достаточно. Надеюсь, отзывы вам мои понравились. Надеюсь, они вам были полезны. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Сейчас очень классный подарок. Набор косметики для дома. В следующем каталоге будет пудра. Поэтому рекомендую регистрироваться и делать заказы. И оплачивать сейчас. Потому что вы получите именно тот подарок, в рамках действия каталога которого вы его оплатите. То есть, если вы сделаете заказ сейчас, но оплатите его, когда начнет действовать 14-й каталог, вы получите пудру. Поэтому с этим тоже будьте внимательнее. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Самое главное, не сказала, гель после мицеллярки прекрасно себя на коже показывает. То есть кожа лоснится, кожа увлажненная, упругая. Как вот ото всей этой серии эффект потрясающий. Она светится здоровьем, хотя уже поздний вечер. А вот смыл макияж и выглядишь хорошо. И выглядишь прекрасно. Кожа выглядит хорошо, она выглядит ухоженной после этого геля. Да? Никакой сухости после него нет. Не хочется прям сразу что-то нанести, протонизировать. Все в этом плане очень комфортно, очень хорошо. Кому он подойдет? Он подойдет обладательницам и жирной кожи, и комбинированной, и сухой подойдет. Ну, не знаю, правда, как насчет сухой. Может, он и будет подсушивать, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Прям вот упругая, увлажненная, прям вот супер.